На во все вопросы будет отвечать Тамара Семеновна. Открылся научный отдел, и меня туда, в научный отдел. Последняя моя должность – завпланово-финансовым отделом. Тогда студенты практически все были фронтовики. Студент пришел Окороков, и ректор захотел с ним познакомиться. Он подает ему руку, говорит: «Балык», то есть фамилию свою называет. А Окороков отвечает: «Окороков». А тот говорит: «Ну я на самом деле Балык». Он говорит: «А я на самом деле Окороков». Проректор решил посмотреть, как мы устроились. Пришел, а крючок был, закрывался с внутренней стороны. Он осмотрел все и говорит: «А это что такое?» Я говорю: «Защелка, крючок. А зачем он вам?» А у меня стол действительно здоровенный был, широкий, длинный. Такой, я говорю: «Александр Георгиевич, стол нужен нам, он двухспальный». Отношения были доброжелательные. Были ректораты каждую неделю, и я была должна была присутствовать на ректорате. Бывали одни мужики, я одна только приду. И они допускали вольности в смысле мата. Потом ректор говорил: «Тамара, не обращайте внимания, вы же свой парень». Я любила свою работу.